Доброе время суток всем, с вами канал «В деревню» и ваш покорный слуга Дмитрий. И сегодня мы начинаем открытый чемпионат мира по индюшиным боям без правил. Шутка. Сегодня хотелось бы поговорить о проблемах в индюководстве. Дело в том, что когда оставляется маточное стадо на весну, рекомендуют оставлять индюков с запасом. Потому что в деревне случаи бывают разные. Это и лисы, и охотничьи собаки, и ногу сломал, заболел, отравился, умер. Мы через все это проходили и полностью согласны, что самец должен быть с запасом. И все бы ничего, но вот весной, когда начинается вот этот гон, размножение, у них начинается как раз выяснение отношений. И вот такие вот бои между собой, спарринги. Кто сильнее, тот и прав. И это, конечно, негативно сказывается на дальнейшем воспроизводстве, потому что они в это время не топчут самок и, в общем, заняты сугубо друг другом, выяснениями отношений. Поэтому, если такая возможность имеется, конечно, такого самца лучше изолировать. У нас таковой возможности нету. Самцы молодые, рубить жалко, поэтому мы дали объявление о продаже и сейчас решили пока подождать. Просто у нас за решеткой как бы живет, изолировано от основного стада. Посмотрим, что будет дальше. А пока на дневное время мы индюка отсаживаем, отделяем от стада, а вечером с наступлением сумерек снова возвращаем. На данный момент у нас 5 индеек и 2 индюка получается. Вот на двоих это очень малый индеек. То есть вот 5 это вообще минимальное количество для одного индюка. Лучше, конечно, 9-10 штук. Иначе он просто их будет мучить. Битва переместилась в партер. Дерутся они, конечно, жестоко и самозабвенно, и им никакого дела совершенно нет до самок. Они заняты сугубо собою. Все, брек, разошлись. Вот он, гордый победитель. Победителю в подарок достается целый гарем. 5 индюшек. Видите, какой важный, надулся. Все, друг, будем искать тебе нового хозяина. Просто этот индюк родственник нашим индейкам, и скрещивать с ним нежелательно. Он почти их брат. А вот этот индюк покупной, привозной, он им не родственник. На этом все. Прощаюсь, до новых встреч!